Действительно, очень интересный опыт. Собственно, все получилось так, как мы планировали. Мы действительно провели хорошее, мощное международное соревнование в таком нестандартном формате, когда на площадке присутствовало достаточно много специально изготовленного оборудования, в том числе ориентированного на некий силовой экстрим, но не только. Это был все-таки формат кроссфитерский с элементами силового экстрима. И с точки зрения самых крупных итогов, я, безусловно, доволен тем, как мероприятие было проведено, как оно было организовано, как оно получилось, насколько зрелищным оно стало. Оно стало зрелищным, интересным, ярким, запоминающимся событием. И очевидно, что те атлеты, которые участвовали в этом соревновании, остались тоже довольны этим турниром. И, судя по их реакции на мои вопросы о том, готовы ли они продолжать соревноваться в том же формате, всем это понравилось и все готовы. То есть сама организация подготовки к соревнованиям, она на высоком уровне. Это мы должны признать и отметить. И в огромная честь всех сотрудников команды «Гераклеон», потому что, если бы не вы, многие вещи могли бы просто не состояться. Атлеты показали такие результаты, которые, не знаю, в ближайшее время могут ли они превзойти себя, потому что, превозмогая жару, влажность, потому что волшебное море, соревнования впервые проходили так, что первый вид, первая дисциплина была плавание, и для многих это далось с большим трудом. Не буду скрывать, это было такое испытание, наверное, которое позволило выявить все функциональные возможности спортсменов, насколько они могут правильно управлять своей готовностью. Я очень признательна нашим атлетам, которые сегодня показали хорошие результаты. Впервые наши мужчины заняли первое место. Это героический поступок учителя физкультуры. Огромная дань признания ему. Постепенно начинаем штурмовать международные соревнования. Ну, как сказать, приобретать опыт некий. Эти были соревнования первые международные. Ну, к счастью, сложилось все хорошо. Но изначально все было против меня. Начиная с получения паспорта, визы. Паспорт не давали. В последний день дали паспорт. Не отпускали с работы, и на Аэроэкспресс опоздал. Короче, все вот так на иголках, но в целом вот так вот собрался, вроде подошел неплохо. Чем жестче, скажем так, были созданы для меня условия, тем лучше я всегда выступаю. Не знаю, почему так. То есть проверяет меня жизнь на прочность, получается. И знаю свой недостаток, всегда один и тот же кольца. Их здесь было сегодня немного, поэтому получилось удержаться. Ну, не так, просел по рейтингу, да, то есть был 11-й в этом комплексе. Вот, и поэтому отрыв был у меня, хватило отрыва, чтобы удержаться на втором месте. Вот, отличный был комплекс с плаванием, понравился. Отличные комплексы силовые, никаких проблем не составило. То есть все супер. I flew from Sacramento. So Sacramento to Los Angeles to New York to Moscow to here. You know, it hasn't really sunk in to me. I got injured early on, so I thought that was going to be the end for me. I pushed through, try to keep on going. I haven't really realized that I won the competition. It's still pretty surreal, you know, with a lot of really, really strong girls and me having a handicap with my foot to be able to finish this on a very, very positive note. So I'm very happy about it, but it hasn't really sunk in. I would definitely be open to coming here next year. I mean, the biggest thing for me is the cost of travel over here. You know, it was a
it was a gamble. You know, I didn't know. I've never competed against girls in Europe before. You know, I've competed in the United States, I've competed in Latin America, never here. So I didn't know what to expect. Very well organized competition. I was very, very impressed with it. В целом, я думаю, что начало освоения нами кипрской площадки, как площадки, на которой мы будем развивать российский кроссфит в международном формате, состоялся успешно.